Detective Adventures. Итак, это меню. Я не знаю, почему лайфбар и энерджи... А, да, у меня еще энергия есть. Чудесно, чудесно. И патроны появились, я не знаю, почему. Вот. Да, давай, наверное, нашим дорогим зрителям вообще объясним, что происходит. Да, мы с Дмитрием решили заняться созданием видеоигр. Да, это, блокбастеров ААА. Это, собственно, первый опыт. Мой опыт, опыт Александра Геннадьевича, да. Да. Вот, вы можете выбрать плейгейм, потому что другие опции не работают. Не, выход работает. Выход работает. Ну да. Ладно, мы не будем проверять, это остановит запись. Так, ну что, поехали. Detective Adventures, детективные, мать вашу, приключения. Еще, а, вот, наш персонаж. Ага. Значит, управление Васт. Это круто, кстати. Так, прыжок, пробел. Так. Опа, анимация прыжочка. Он приседает? Присед, да, это Ctrl. А, Ctrl. Анимацию движения в приседе я не сделал, поэтому он просто срет. Вот, значит... На пукане ездит, как этот Ванквиш, герой, помнишь? Прошу заметить, нажми прыжок. Так. Значит, еще раз нажимай. Почему-то энергия. Вот энергия уменьшается. Стамина отнимается. Да. Так, а что будет, если она не закончится? Если она закончится, ты не сможешь прыгнуть. Так, ну-ка посмотрим. Вот. Точнее, не полностью закончится, а когда да, вижу, на вижу. Прыжок требует определенного количества стамины. Вот. Соответственно, ускорение тоже требует стамины. Это шифтом. Вот. Видишь, бегает быстрее. Ага. И, соответственно, стамина не уменьшается, она только на рывок требует. Энергии. Соответственно, когда стоишь, энергия восстанавливается. Когда бегаешь, энергия не восстанавливается. Круто. Вот. Теперь, соответственно, шипы. Шипы — это ловушка. Что у него с руками? Не могу быть, что он делает? Он бегает, двигает руками. Просто фон я подобрал не очень удачно, поэтому не видно. Стоит он? Вот. Это какое-то сомнительное действие совершает, когда стоит. Вот. Да. Значит, смотри, шипы, они представляют угрозу. Угу. И, собственно, можешь встать на них. Они тратят жизни. Ой. Вот, то есть... Одноразово. Нет, иди вперед, они тратят жизни от движения по шипам. То есть ты упал на них, ты уже как бы нанизался на шипы, соответственно... Продолжаешь как через них идти. Да, вот, соответственно, энергия не восполняется, это же не дешевая современная игрушка, это хардкорный... Ой. Вот, ты умер, собственно. При смерти перезапускается уровень, чтобы перепрыгнуть, надо ускориться. Круто. Вот, можешь прыгнуть вначале на шипы. Так. Вот, потратить немножко здоровья. Это пикап здоровья, собственно. Ты нескромная птичка такая, недвусмысленная, я бы сказал. Вот, подбираем, здоровье восстанавливается. Круто. Стрелять можем левой кнопкой мыши. Противник. Блин, предупреждать надо. Вот, звук как бы, да, Дмитрий, наверное, порадовал. Вот. Соответственно, персонаж тоже определенное количество здоровья. Вот, ты его убил. То есть 4 попадания по нему. У меня была мотивация это делать. Да, потому что если ты его заденешь, ты умрешь. Это труба, но я ее не сделал, можешь даже не пытаться падать, то есть ты в нее провалился. Дальше как бы все. По идее, присед... А, вот, у тебя... зря ты это сделал. Ну вот, ты прошел, зашел в полицейскую станцию. Это второй уровень. Соответственно, тут второй враг. Вот, и вот, попробую встать. Вот видишь, ты его задеваешь, он тебе тратит здоровье. Он отравленный, по-любому. Да, игра начинается сначала, потому что я не прописал начало с уровня, где умер. Супер. Вот, подбираем здоровье. Это, стой, это хардкор, теперь это стреляй, хардкор. Стреляй в него. Вот, стреляем, анимация меняется стрельбы, и при беге стрельба меняется, ой, анимация с бега меняется. Угу. Вот, значит, умри еще раз на шипах. Умри. Умри, я сказал. Вот, да, ты умер. Я помираю. Вот, начнем заново, постреляй немножечко. А теперь R, перезарядочка. У тебя общее количество патронов заканчивается. Соответственно, перезаряжаешь каждое нажатие, потому что это револьвер. Револьвер, каждый патрон заряжается отдельно. А, то есть я все хотел спросить, почему по одному патрону вот. За револьвер. Да. Соответственно, выстрели все патроны. Вот. То есть как бы патроны... Да, все. Нет, теперь перезаряди. У тебя 24 патрона еще. Ну, все выстрели просто. Коробочка — это у нас патроны. Без патронов он не стреляет, соответственно. Берем коробочку, 10 патронов взяли еще. Супер. Дополнительно. То есть кто-то гигантскую коробку с 10 патронами бросил перед полицейским участком. Да, да. Нормально. Вот, соответственно, заходим в полицейский участок. Нельзя перепрыгнуть, там все пробило. Вот, значит, убили врага, взяли здоровье. Фин. Ну прям фильм нуар по-любому. Вот, взял, соответственно... Патрончики опять. Лимита патронов нет. Не надо было стрелять в Финн, потому что он реагирует на любого персонажа движущегося.
Соответственно, попробуем еще раз запустить игру. Я сломал игру, короче. Да, красава. Ты сломал игру. Я умею. Вот. Перепрыгнули шипы, перепрыгнули еще одни. Убили врага, взяли патронов. В начале каждого уровня пока что патроны восстанавливаются, но я сделаю так, чтобы они не восстанавливались. Вот, и сделаю потом отдельно, чтобы я мог пробежать и либо по лестнице, либо прямо. Но это уже... Сидя он стрелять не умеет, да? Сидя он стрелять не умеет, это не предусмотрено. Черт, это чертовски потешно вообще. Вот, соответственно, опять у тебя 42 патрона. Не стреляй, фин. Зашли, все, игра пройдена. Нажми опции. Попробуем. Да, попробуем. Нет. Еще раз попробуем. Оп. Все, ничего. Пустой экран. И, собственно, ничего ты сделать здесь не сможешь. Все, мы сломались. Поэтому, да, мы сломали игру. Нажмем Escape. Так. А он сразу выключится? Да, выйдет из игры. Ну, тогда, я думаю, на этом стоит заметить, что это была игра про великую тайну Сан-Антонио. А, ну да. Пока что там это не очевидно, но я думаю, в перспективе за неделю я за это сделаю что-нибудь еще. Да! Если не засяду за пятым МГСом, да. То есть ты ничего не сделаешь, короче говоря. Посмотрим. Супер. Ну ладно. А теперь мы сделаем небольшую рокировочку, и Александр посмотрит то убожество, которое сотворил я за это время. А, я тебя обманул. На Escape ничего не происходит. На Escape ничего не происходит, да, на закрыть игру. Тогда я нажимаю крестик, да. Всем пока. А теперь повторное прохождение приключений детектива с комментариями от разработчика. Да, немножко комментариев от разработчика. Простите. Значит... Что мы имеем? Мы имеем персонажа. Почему у тебя фиолетовая какая-то земля и фиолетовые шипы? У меня, в принципе, вся гамма сделана в одной палитре. То есть здесь оттенки серого и оттенки фиолетового. Mm-hmm. Это как бы авторское видение, скажем так. То есть это нуар. Есть, да, это нуар. То есть когда ты вот жопой как бы, как собака, знаешь, волочится. Нет, на самом деле как бы в перспективе... Прошу заметить, почему-то энергия тратится не сразу же. Видимо, у него еще есть какой-то дополнительный... Игра решила за меня, что у него есть дополнительная какая-то, скажем так, энергия немножечко, которая не тратится. Вот. Что мы имеем, в общем? Персонажа, который, ну, пока что умеет вот прыгать, бегать, приседать, стрелять стоя, или залежать оружие и стрелять на бегу, соответственно. Это анимации, видишь, меняются тоже. Вот. Значит, почему-то он немножечко на буквально полпикселя выше от земли, чем должно быть. Mm-hmm. Вот. Мы имеем ловушки, которые, собственно, тратят нам здоровье. Ты решил по второму разу пройти, да? Вот. Мы умираем. И начинаем все сначала. Вот. Не, на самом деле, что я хотел сказать. Значит... А, аптека твердая, пока... Нет, то есть на нее можно запрыгнуть? Да. Для меня это новость, на самом деле. Вот, в чем здесь задумка была, значит, по идее, я когда приседаю, у меня должен меняться размер капсуля, так скажем, который создает мне препятствие, mm-hmm. то есть, чтобы я не проваливался. Ну, чтобы я в пол не проваливался, у меня есть определенная зона, которая, скажем так, не дает взаимодействует с полом и не дает мне проваливаться. Mm-hmm. Вот, когда я приседаю, эта зона не меняется, то есть я высотой персонаж такой же остается, как и он, сейчас. Он факт показываете? Да, он мне факт показывает. А, то есть за это его нужно застрелить? Да, за это эту скотину нужно застрелить. Четыре патрона из револьвера, как вот. Чисто технически, то есть сделать анимации там смерти противника и прочее, это уже не проблема. Вот. А перепрыгнуть дверь вы не сможете. А я смог. Вот, это недостойная зона сна, как в фильме «Начало». Вот, так выходи, есть... выходи. Что произойдет? А, смерть. На определенной высоте, там где-то 10 тысяч чего-то, как бы я должен был умереть. Вот. Под водой. Поэтому... Постреляй. Ой, пуля как вверх полетела, забавно. Так, мы сломали игру. Угу, супер. Кстати, она еще не выходит теперь.